он просит прощения у тех лиц, которых он обидел, хотя он еще раз подчеркивает, что такой цели он не имел. Вообще изначально он говорит, что канал планировался в целях просвещения, свободы слова. И в какой-то момент он говорит, просто забыл об этих целях и начал использовать недозволенные методы. И ему, он хочет просто разобраться в себе и понять, как так получилось.